выполнили повторно патрулирование государственной границы Республики Беларусь в составе пары совместно с экипажами Су-30 СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами. Именно как слаженность уже отдельного механизированного батальона. Он действовал самостоятельно на отдельном направлении. Мы проводим учения, в том числе у нас задействованы войска из состава 6-й отдельной механизированной бригады. На данном полигоне Гозьком бригадном сегодня разыгрывался тактический эпизод, который был...